Доброе утро, дамы и господа. Мы вас приветствуем на нашем авиалайнере. Да, животину накормить с утреца. Твоей работы валом. Всю неделю в огороде. Замучился траву дергать. Ну, ничего не поделаешь. Че, Боров? У тебя есть пожрать? Ну и пошел ты в задницу, и вода есть. Один остался, вообще мало стал есть. Кто-то там все стонет, что маленький поросенок. Я вам скажу, не маленький. Чистого мяса только 90 килограмм, я уже говорил. Может даже больше. Так что не причитайте. Сколько я съем там за зиму, не ваше дело. Ой, залито. 3, 5, 10. Это мои проблемы. Сейчас настрою триммер. Лав! Кто там? Лав! Лав! Где она там? Лав! 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 Эй, иди сюда. Лав! 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 Натя, попробуй покормить, ты уже должна кушать. Беленькая, которая у нас была, приезжали друзья, забрали ее, короче. Вот, и у нас кнопа померла, блин. Вообще зараз, прям раз-раз, и все, и нету. Что-то какая-то болячка, что-то непонятно. Как вот, я не знаю, кто давно меня смотрит, помнит, у меня две черных были. Тоже раз-раз попереворачивались, и все. Ну, что, они уличные. Денег у меня нету их накармливать толбетками. Так, ладно, буду я настраивать триммер, пойдем работать. Ну вот, здесь порядочек навели, без защиты, смотрите, травы сколько. Пособираю поросенку, пойду отнесу. Ой, там не прошелся, ё-моё. Ладно, понял, пойду. Ну, сейчас впереди надо, ну, перед забором там, по улице. Ну, там под диск, сейчас я диск поменяю, поставлю. И вперед. Да, Мася? Мася? Мася, моя Мася. Триммер сейчас немножко отдохнет. Там у меня травы вообще нормально подсобралось. Я так вдоль забора выкосил в прошлый раз. А там не стал трогать, но специально оставил, чтобы собрать сено. Так, сидеть здесь. Ну, смотрите, какая красота. Сейчас под диск. Так, ну-ка домой, быстро. Сейчас все это под диск. И все. И будет у нас синца маленько. В общем, вот так, погнали дальше. Диск поменял, короче, сейчас пойду работать. Сходил, копнул картошки свежие, смотрите. Нормально такая, пойдет. Сейчас покажу,
Что моя красота с головы замутила. Называется зелец, что ли, что-то такое. В общем, пойдемте, буду вам показывать. Как называется эта штука? Зелец, да? Зельц. А? Зельц. Зельц. Вот. Зельц. Вот такая вот. С головы. Вот такая вот штука вкусная. Хотим вот с картошечкой сделать, замутить и покушать. Как-то вот так. Приятного аппетита. Принес укропу. В этом году я не садил ни укроп, ни петрушку, ничего. Взял у соседа, вот сосед говорит, надо, пойди. Там пол огорода у него раскидано по огороду. Буду делать как, ну как в прошлом году. Ну теперь не я, моя красота. Я на улице, она в доме. Так, вот. Короче, что-то набегался, соседа тоже угостил. И того, зельцем этим. В общем, нормально. Короче, все. Я пошел сейчас тряпку на голову намотаю и пошел работать. Жара началась. Я даже не знаю, сколько времени. Пока там выкосил. Там. Вот. Все, сейчас перед двором выкашивать. Ну, я не знаю, к вечеру посмотрим. Не знаю, надо этот забор красить. Поглядим, может, буду к вечеру красить. Вот еще не показал вам, утят взяли. О, видите, беленькие вот такие. Во, вот так вот. Будут у нас и цыплята, и утята. Ну, утят, конечно, на еду. Что-то оставим, чтобы неслись на следующий год, чтобы были свои. Ну, а цыплят на яйца. Уже большие повырастали. В общем, как-то вот так. Ладно, перекурю, да пойду работать. Ну вот и все. Перед двором выкосил, порядок навел. Траву увез туда все. На хоздвор. Здесь с одной стороны. Ну а эту оставил пока. Пускай тут лопух подрастет, скосим. В общем, летом одна косьба. В основном. Ладно, сейчас пойдем перекусим. Молодой картошки. С зельцем, с этим, как он там называется. С лучком, с укропом. У-у-у. Красота, красотушечная. Ну вот, ребят, примерно как-то вот так все это получается. Картошка с укропчиком, с лучком. Свежая. С грядочки. И этот, как он? Зельц? Зельц. Зельц. О, зельц. Огурчики. В общем, приятного аппетита. Ну вот, дамы и господа, 4 баночки вот таких закрутили на зиму. Ты что, соли не кидала? Кидала. Что-то мало, мне кажется. Нормально там соль, Юра, соленая ужас. Соленая. Вот на зиму. Я в том году делал 2 литровых. Хватило еще, по-моему, до сих пор есть, да? Да. О, еще до сих пор полбанки стоит. Так что как-то вот так. Ну, так у нас день идет. Что, забор пойдем вечером, наверное, красить. Как буду красить, а обязательно покажу. Ну, пока я все дела на улице поделал. Там вечером продолжение. Вот такое видео. Понравилось, лайкосик обязательно. Подписка на канал. Ну и все, всем пока.